Сегодня мы в гостях в Нижнем Новгороде. Здесь проходит региональный этап АСБ 3 на 3. На улице 30 градусов жары, нереальные баталии. И из-за этого напряжения плавится не только асфальт, но и кольца. Сюда приходят те люди, которые уже прошли не один такой турнир, они уже на опыте, и им эта жара только в кайф. На самом деле мы с девочками в конце тренировки каждый раз мы играем в американку. Я думаю, там мы отточили это мастерство, и я все вспомнила. Илья, мы сейчас все наблюдали, как ты отрабатывал защитную стойку на этом железном коне. Скажи, это секрет вашего успеха сегодня будет? Ну, всей командой долго думали, как нам лучше тренироваться, и пришли вместе к выводу, что езда на велосипеде без рук – это самая лучшая тренировка. Надеюсь, это поможет нам выиграть этот турнир. Все девочки выложились на 100%, мы так только и делаем, поэтому мы были уверены, что все равно все в конце будет так, как мы запланировали. Помимо медали и кубка, вы сегодня получили путевку на суперфинал АСБ 3 на 3, который пройдет в Москве. К сожалению, сейчас очень сложная обстановка с коронавирусом связанная. У нас всегда есть мотивация, не обязательно, чтобы у нас были какие-то игры. Мы всегда тренируемся, и мотивация есть. И я очень надеюсь, что ситуация будет хорошая в стране, связанная с коронавирусом, и мы все-таки пойдем, и все будет. Максим, скажи, ваша победа была для тебя ожидаемой? Да, была ожидаемой и, я бы сказал, значимой, потому что последние турниры мы проваливались и занимали вторые и третьи места. И сейчас было важно для нас выиграть. Мы выиграли.